Доброго вечера, подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами Альберт Вескер, но мы продолжаем проходить Close to the Sun на борту Гелиуса. Как вы помните, в прошлый раз нас спас Никола Тесла, и на этом мы остановились. Многие спрашивают, наверное, сейчас задают вопрос, почему сегодня будет только одно видео. Объясню. Хотя, наверное, нет смысла мне объяснять, наверное, об этом уже весь интернет гремит, и меня тоже задела эта ситуация. У меня возникла проблема со смартфоном. Да, у меня тоже все это дело, каждое приложение вылетает, сбоит. Я до сих пор еще способ, как все это дело исправить. Вроде нашел один, не проверял, пока смотрю, как кто другие пишет на различных форумах. Потому что реально проблема серьезная, я этим сейчас ушел с головою. Она меня вообще застала в тот момент, когда я сегодня еще ходил на работу. Да, с меня официально сняли наконец-то больничный. Я, можно считать, и выздоровел, карантин с меня снят. И сегодня вот продлевал свой отпуск, который, по сути, я не отгулял как раз таки из этого больничного. То есть, по сути, у нас с вами аж до 4 апреля включительно еще полно свободного времени для записи совместных прохождений. Так что будем наслаждаться всем тем временем. Но, учитывая, что меня вот эта вот зараза, и не только меня, но и, как я понял, и все социальные службы застала, то есть неработку всех приложений, это реально очень серьезно сейчас ударило. По крайней мере, в моем городе точно все прямо встало. Пришлось вот с этим маяться. Сейчас вот думаю, как у себя все это дело исправить, потому что все способы, которые уже известны, как все это дело исправить, на моем телефоне не действуют. Он у меня, к сожалению, военного образца телефон. Хороший, но настолько хороший, что теперь мне нужно с ним лично маяться. Ну ладно, это уже... Извиняюсь, глотнука сейчас, зато... Я сегодня еще пешком по всему городу ходил, это кошмар настоящий. Туда-сюда, туда-сюда. Но, благо, хотя бы все вопросы решены, теперь все хорошо. Ну что ж, ребят, давайте тогда мы с вами... А, да, что это с вами? Я забыл нашу традицию. Ребят, коль же я тут сегодня весь на нервах, немножко буду злым жаловаться. Но поскольку у нас сегодня будет Никола Тесла, я, наверное, постараюсь быть немножко добрее. И поэтому предлагаю вам, пока я не сошел с ума, ведь я чую, у нас впереди ждет еще парочка хардкорных моментов, подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать к нему комментарий, чтобы я его озвучил уже к следующему видео. Благо, это я могу еще пока делать. Благо, второй экранчик у нас работает прекрасно, нужно только разобраться с телефоном. Что ж, ребят, ну а сейчас мы с вами отправляемся. А, да, не забудьте Дискорд и ВКонтакте, ссылочка ничего в описании. Как быстро. От диверсии. Эх, да, только не помогло им это. Черт, они самого Джека-потрошителя впустили на борт. Вообще даже любопытно, за какие заслуги. Если только Никола Тесла изначально его лично не знал. Даже представлю себе ситуацию. Джек такой тут жрет очередную девушку, тут к нему за спину подходит Никола Тесла. Привет, следующий. У меня есть работка. Нужен специалист по препарированию. А, все. Глава 8. Цветы Персефоны. Ну, давайте отправимся. Мы спим? Давай, Роза, вставай. Ada once warned me about the stubbornness of her sister. As always, I should have listened. I did not foresee you being able to journey halfway across the Helios, even despite my own efforts to prevent it. And because of that failure, my failure, Ada is lost to us. Aubrey opened doors that has allowed the contamination to spread. He is currently on his way to the tower, where he will attempt to use your sister's research to close the rift. But I fear that he will be unable to grasp the immensity of Ada's work, and thus make a bad situation much worse.
I am therefore on my way to do what I can to fix this, and in the process, reclaim Ada's research. I would tell you to stay where you are, in relative safety and rest, but I'm fairly sure that won't happen. Damn right. We may be too late to save Ada's life, but we are not too late to save her legacy. I will be in touch. Ну давай уже, просыпайся. Тесла, ты где? Тесла. Тесла, где ты? А, это письмо. Тесла покинул нас. Я хотел увидеть Николоу, а он тут, глядите, нас просто бросил в лужу крови. Ну, молодец, тоже мне джентльмен. Девушку спас и скрылся. Хотя, с другой стороны, я могу понять автора. В конце концов, родственники Теслы дальние могли бы засудить за копирайтерство, а так не смогут. Надеюсь, записывается все в хорошем разрешении. Реально, я на это надеюсь. Ой, сколько ж... Да, вот я, если честно, рассчитывал, что сейчас мы проснемся и поговорим с Теслой. Ну, вживую, то есть с глазу на глаз. Ну, не с самим легендарной Теслой, но с его игровой версией. Ну, игровым аналогом. Ну, вы понимаете, о чем я. А в результате у нас... Нет даже отражения Роуз. Ну, с другой стороны, мы в безопасности относительной. I promised Ada I'd get her research, and I did. I promised Aubrey I'd get him out, and I did. Now, what has all that work given me? A broken rib and a concussion. At least I promised Aubrey I'd kill him. So let's see how that goes. Да, с этим полностью согласен. Я даже разделяю впервые твое стремление в этом направлении. Тем более, извини, ты заразу нас решил убить за ни за что. Хотя мог бы нас использовать в дальнейшем будущем. Но он этого не стал делать. Я не знаю, живы там эти люди или нет. Но учитывая, что Тесла нас так глубоко засунул, у меня есть большие лютые подозрения на этот счет. Этот же на животике умер. Видимо, было больно. Либо клизму делали. Так. Пустые мензурочки. Пустые пробирочки. Все глючит, все лагает. Все сносит, все улетает. В общем, полный трындец. Да, ребят, у меня тоже проседает. Я не знаю из-за чего. Потому что вроде все остальное не работает, все за... Ну, я имею в виду в том плане, что вроде больше ничего не должно жрать ресурсы, но оно их ест. Может, конечно, это повсеместная мировая такая хакерская атака. То есть это затонуло не только телефоны, но и компьютер каким-то образом. Надеюсь, что нет. Вот реально, я надеюсь, что ничего компьютера не затрагивало. Потому что, хотя у меня как бы отключены обновления... С одной стороны, с другой стороны, они еще есть. О. Скажите, что это Тесла. Любопытно. Эскиз проекта в разработке. Аугментация легких призвана повысить выносливость человека. То есть я правильно понимаю, вы хотите дать легким возможность... более быстрого насыщения кислородом крови, тем самым обеспечив их более легкое употребление воздуха. Но с другой стороны, это же вызовет быстрое сжение всех ресурсов, это вызовет огромнейший метаболизм.
И без насыщения крови эритроцитами ничего не получится. Как бы не старайся. Сирджериси? Да, нет. Только не говори, что ты меня вернул обратно сюда. Тесла, ты дурак. Там туда, значит, не сюда. Вот, вообще закрыто. Ну, спасибо. Спасибо. Если кто не понимает, вот видите этот огонек? Это огонек. Театральный. Я сейчас увижу карту и вот говорю. Мы с вами увидим то, что и должны были увидеть. Вот дайте мне карту. Дайте мне карту помещений. Я хочу знать, куда меня Тесла за... That's a surgery room. Вот я о чем и говорю. Это операционная. Нас Никола сюда принес. Зачем и вообще как тут принес, я тоже без понятия. Ай. И учитывая, что эта синяя зараза здесь появилась, она может появиться здесь вновь. She's gone. А это мы. Да, помним. Жуткие события, кровавые истории. Куда она подевалась? Реально, куда ее труп делся? Это как-то подозрительно. Ой, чё я здесь без Людвига не обошлось? Любит он, знаете, такие вот сантименты. Ну, если что. Ну да ладно, вот серьезно. То есть вы хотите сказать, что в этой жуткой лаборатории нас ничего не ждет? И знаете, я даже сейчас намеренно, вот сейчас снижу уровень эффектов и графики. Потому что у меня уже сейчас просто все глючит. А так хотя бы снизим все это дело, у нас будет получше и поспокойнее. Wait. Is that me? Следуйте за призрачными фигурами. Вот это любопытно. То есть нам туда, как бы, конечно. Но надо смотреть все остальное. Ой, смотрите, качество текстуры как понизилось. Уф. Ну, слушайте, раз нам сказали следовать за призраками, значит, на качестве можно и съесть. Слушайте, а в принципе-то, может, дело было в чем-то другом? То есть, может, в размытии или в эффектах? Наверное, в эффектах дело. That is me. Carrying Ada, but how can that be? Без понятия. Эскиз проекта в разработке. Специальное удобрение для выращивания особенно крупных растений. Вот это полезная вещь. О, все глючит. Сообщение по пневмопочте. Прошлое, настоящее и будущее. Все это части одной ткани. Все, что нужно, переплести ее. Так, если это главная героиня наша сама о себе пишет, то я ее просто прибью. Ну, видимо, переместился обратно в прошлое. Потом, значит, получается, от Людвига придется уходить. Вот что. Чую придется, вот говорю я вам это.
Так, а мы тут, походу, были. Или это другая сторона секции, если я понимаю. По-моему, конечно, другая, но черт знает. Мы унесли туда ее. А, тут один огромный сад. Ну ладно. Идем. Вы только посмотрите. I didn't board the Hero without knowing what would happen. Only that pursuing my research could change the world. And we did. Just not in the way I'd imagined. Not yet, anyway. Комментарий, Роузи. Твоя сестрица говорит, покойная. Ну и где мы? Главный сад. Main Garden. Слушайте, мы буквально... Под нами аквариум. 37 уровень. Так. Видите, вот тут вот 37 аквариум. 34 security. О, мы практически у выхода. То есть мы можем чисто технически сейчас сбежать. Рус, давай сбежим. Да, тут конец света, и Обри помирать будет. Но с другой стороны, Обри же ничего не сделает. Сам сказал, в расчетах твоей сестры ошибка. Значит, соответственно, он вызовет судный день. Обри помрет мучительной, жуткой смертью из-за своей глупости. А тут красивый сад. Слушайте, а тут... Я только... Я не понимаю одной вещи. Здесь... Ну, смотрите по карте. Если судить... Вот по карте просто если судить. Ну вот здесь. Над нами еще... О, гляди, сколько отсеков. А, логичнее было бы сделать этот сад выше. Просто выше... Чтобы его освещало солнце. А когда солнце не освещало, включать искусственное освещение. В противном случае сад просто загнется. I want to explain everything now, so that you see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. А, то есть ты знал, что ты помрешь, да? I know a little of this will make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love you. Your sister. Мне не понравилось то, что... I'll be back for you. It's going to work, Ada. I promise. You're right, Ada. None of this makes any sense right now. What were those flashes? Past? Present? Or future? And when did I carry you here? There's so many questions. У меня так много вопросов, мне так страшно здесь. Still, I will keep my promise. I will get your research back. Hopefully, they hold the answers. Надеюсь, я получу... Надеюсь, они дадут мне на это все ответы. How are your wounds? I'm afraid I'm not much of a doctor, but I did what I could to mend... I'm fine. If this is some weak attempt at keeping me from reclaiming Ada's research, then think again. On the contrary, I'm counting on your assistance. In fact, so is Ada. What do you mean Ada is counting on me? Ada is gone. Ada is dead. But she isn't gone. Her research into multiple time dimensions and exposure to the rift has changed things. Irreversibly so. She has triggered an event cascade that even I am trying to fully comprehend. But her research holds the keys to everything. So she said. Just help me get those notebooks back. That I shall. We will coordinate on how to best deal with Aubrey once you reach the tower. Tesla out. А ты что будешь делать? Мне подскажешь? Хотя, с другой стороны, знаете, он нашел способ гнать эту иммунную систему. Он гений. Это раз. Второе. Он выжил, несмотря на то, что здесь Людвиг гуляет. Это два. В-третьих,
Он нам жизнь спас. Так что ненависть к нему со стороны Роуз нулевая должна быть. Да, покойся с миром, Роуз. Да, Вонг, Арчер. Ладно, идемте сюда. И чё сейчас будут побегушки? Вот смотрите, найдите способ добраться до Теслы в башне. А, до Теслы! То есть Никола ждет нас наверху? Но все равно нужно искать способ. А это значит, беготня будет. А учитывая, что тут пожар везде, я уже знаю, что нас ждет впереди. Вы что думаете, наш маньячина умер, что ли? Да не будет такого никогда в жизни. Живой живехонек. Он живой живехонек и над всем будет издеваться. Ну, почему перекрыли? Я хотел в беседку зайти. А это лаборатория, да? Слушайте, я бы в свое время все что угодно отдал только вот за такую лабораторию растениеводства. Ну, что поделаешь. Так уж я уж очень люблю вот подобные центры исследований. Работать с геномом, изучать растения. У меня в свое время даже что-то подобное было. Ну, собственного формата производства еще в детстве. Не скажу, что исследования были успешны, но даже любой отрицательный результат — это тоже результат. А это всегда хорошо. Тем более, все было сделано саморучно. Правда, теперь все, скорее всего, уже на дне реки. Черт знает. Ладно, неважно. Так, нам по-любому наверх. Понятное дело. Но здесь есть много чего интересного. Но наверху тоже можно ходить, в принципе, так ведь? Так. Опять расчеты, причем квантовой механики. А зачем они тут, я этого не пойму. Костюмы. Лестница, по которой точно нужно подняться. Соответственно, мне нужно сюда. Куда точно подниматься не нужно. Ну, потому что она не к месту. Хотя, вроде и к месту, с другой стороны. Ладно, давайте поднимемся. О! И правильно, записочка. Эскиз проекта в разработке. Механические импланты заменят мышечную ткань человека. Это как бы уже даже не эскиз, это реально существует, экзоскелеты, но... Толку от... Вполне. А. Завалы? Ну, красота. То есть, вот туда я наверх не попаду. Ну, с другой стороны, нашли эскизик. Да ведь? Да. У нас еще с вами два эскиза не найдено. Биоорганическая лаборатория, по сути, да, огромная? Интересно. Это реально, это очень интересно. Тесла, ты хоть, если уж ты тут ходил, ты хоть бы прибрался бы. Реально, столько мусора. Ну, извините, формально их можно считать уже за мусор. Формально. Потому что, извините, труп есть труп. Ничего не поделаешь с этим. А вот это странно. Это как? Объясните мне. Ладно, неважно. Дайте мне лучше заметочку, я почитаю. Какое-нибудь исследование. У вас есть мем? А, нет, нету. У мема нету.
Они тут выращивали водоросли или что-то в этом роде. Ну, в принципе, интересно. Видите, красная лампочка горит, значит туда нам. Все, что горит красным, значит туда. С другой стороны, тут столько объектов исследований, я проходился, поизучал бы все подряд. Но не дадут. Не дадут. Ну ладно, идемте тогда на лестницу. А что еще терять-то? Больше нечего смотреть особо-то. Главное, чтобы Людвиг нас не нашел. Я вам говорю, живая, зараза. Живая. Вот тут уже оранжерею сделали солнечную. Тут молодцы. Многоэтажные. Может, может они, скорее всего, действительно солнце получают. Только... Ну или это просто ультрафиолетовые лампы. Получается, это действительно глубоко, глубоко в глубинах корабля. Не очень умно. Эскиз проекта в разработке. Проект по созданию резонанса в синапсах мозга для более ясного мышления. Мне вот интересно очень, но поздно. Но все-таки это мозг. Понимаете, это мозг. Я бы никогда бы не стоял делать эксперименты на собственном мозге. Это все ведь? Нет, у нас еще одно исследование осталось. Нет, здесь пытались улучшить свои умственные способности, это даже мне понятно. Ну и физиологические тоже. Во благо науки и технологии. Тут есть что-нибудь? Нет, тут все перегрыждено. Тут... Знаете, мне вот сейчас игра начинает очень сильно напоминать Dishonored. Смесь первого и второго Dishonored. Вроде бы Карнака, но в духе как Данул. И наоборот. Вроде как Данул, но в духе как Карнак. Не знаю, как это объяснить, но вот прям такое вот ощущение. Ну, восприятие. О, стоп. А, это просто свет. Просто спутал. Знаете, вот тут свечение что-то такое необычное. Вроде бы значок какой-нибудь заметки. Но светится точно так же, как любое отражение. Это вот немножко с толку сбивает. Но здесь, ясное дело, они производили материалы. Пробегите через лабораторию, доберитесь до монорельсовой станции. Ой. Записка выжившего. Генератор настроен на кратковременное открывание аварийных дверей. Потяните за рычаг и бегите. Нарушьте карантин. Break the quarantine. Finally, someone with sense. Наконец-то хоть кто-то со здравым смыслом. Ага. Со здравым смыслом. А нам тут бежать. Только куда, я не понимаю. Если это генератор к монорельсовой дороге. Как мне пойти? Или мне просто обойти все это дело надо? А потом там аккуратненько перешагнуло, и все это дело заработало. Вот сейчас говорю, сейчас захочет перепрыгнуть, да? Ага. Сейчас захочет. Но я что-то не нашел все равно. Ну ладно. Он же продолжит работать, так ведь? А, да, он на время.
нет. Вы серьезно? То есть я не должен ее задевать. Ни в коем случае не задевать эту материю. Это я уже понимаю, но... Вы же понимаете, что если я ее задену, придет эта зараза. И куда мне двигаться теперь, вы прикажете? Ладно. Окей. Let's see if I can find that rail station to take me to the tower. Ладно, постараюсь не гулять особо сильно в этой заразной. Учитывая, что здесь все перекрыто, и я здесь уже бегал, попробую рискнуть и предположить. Ко мне не сюда, а куда-нибудь сюда. Да, все правильно, мне сюда. Видите, даже духи ведут меня. О, исследование. Скажите, что это исследование. Нет, как это исследование, не так понятно. Меня не пускают. Там генератор. Наверх мне нельзя, а вот внизу рубильник, который нужно открыть, чтобы взять и войти. Ну ладно. Эй, откуда? То есть не прыгать, что ли, надо? Только не говорите, что с этой позиции все начнется. А, нет. Ну и спасибо. Но все равно я не понимаю, как мне обойти эту заразу. Ну ладно, давайте пока здесь походим тогда. Найдем сейчас какую-нибудь разработку. Возможно, она нам даже жизнь спасет. А что? Тёрыш, может такое быть? А почему ты сразу не нажмешь? Рычаг опустится. Пока система подойдет, пока все это дело заработает, ты успеешь все это дело использовать по полной программе. Сколько это мистической фигни. Ну, электроаномалии. Итак, смотрите. Мне нужно как-то ухитриться обойти эту заразу. Соответственно, во-первых, настройки. Графика. Очень низкая и средняя. Без сглаживания. Аж давайте вот мы с вами еще... Мы с вами что еще... разрешение, да? Сбрасывали. Ну и отлично. О, мы с вами 50 FPS ваши выиграли на секунду. Но только на секунду. Итак, смотрите. Что мы делаем? Мы нажали. Побежали. И должны сразу же спуститься и нажать на дверь. Так, подождите. И она откроет вот эту, да, дверь? Технически, да. Технически, но я не уверен. Ой, ладно, давайте пробовать. Все равно здесь мы уже ничего не найдем. Поэкспериментируем. А вот тут мы можем? А, конечно, не можем. Опасно, опасно. А ты можешь спрыгнуть? А что ты не можешь спрыгнуть? Да, переломаешь пару костей.
Давай, 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 Роузи! То есть мне сейчас с ним надо в догонялки бегать, да? Но мы прорвались. Мы прорвались. Так. То есть, допустим, мы сюда забежали. Повернули. Побежали. Куда мне дальше? По кругу, что ли, получается, здесь вести его? Это как-то нелогично. Мы уже нажали, и мы застряли на этом моменте. Вот что значит, когда ты видишь будущее. Ты бежишь. Для этого, наверное, и надо, чтобы во время погони ты мог видеть зад. Ты должен видеть, куда она бежит. Это заразина. Проблема в том, что я не знаю, куда она реально бежит. Я мог бы кружить вот тут в округе. Технически это вариант. Пока дверь не откроется, можно было бы кружить и здесь. Проблема в том, что я не знаю, какая дверь откроется. Но даже если она откроется, дверь ее не задержит. Она за мной понесется, и мне нужно будет проникать туда. Ну ладно, разберемся по ходу дела. Как говорится, по одной смерти за раз. Давайте, мисс Арчер. Бежим. Эй! Подожди. Открылась та дверь боковая или нет? Я не обратил внимания. Ну-ка, по-моему, открылась. Не уверен. Походу, дверь открылась. Но как только я пытался обдурить эту заразу, она до меня дотянулась. Значит, нужно было просто нажать и сразу забежать. Только единственный такой у меня вариант был. Ладно, давайте пробовать. Эй! Ну, красота, я теперь не вижу, что открыл. С другой стороны, мы можем сейчас испытать это дело. Смотрите, я уже привык к тому, что помираю. Да, я к этому привык. Я бессмертный. Я бессмертный теперь официально здесь. У меня, конечно, еще болит живот от того, что я смотрю. Реально, я будто меня пронзать носки. Но с другой стороны, мы понимаем, что мы бессмертны, нам можно подняться. И эта зараза нам ничего не сделает, по крайней мере, пока мы... Эй! Ты... Вы... Извините, молодой человек, совсем? Того. Реально, вот что... Некультурные зараза. Можешь мне туда войти и засунуть какую-нибудь. Вообще, почему Тесла мне не дал свое оружие от защиты от этих зараз? Ну или хотя бы научил бы, как его создать. Это было бы полезно. Знаю, что я открыл. Ладно, режь меня. Ну, с другой стороны, мы теперь знаем, что какая была главная ошибка в моем плане. Мы отрепетировали маршрут движения.
Но я не знаю, куда сбегать. Реально, я не знаю, куда забегать. То есть, я знаю, куда бежать, я знаю, как открыть эту дорогу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я придумал, как обдурить эту заразу. Придумал. Смотрите. Типа мы уже сюда забежали. Мы спускаемся. Бежим сюда. Уходим. Ок, вот сюда. Она же пойдет сюда за нами, вот сюда. Мы бежим обратно. Нажимаем на рычаг и вбегаем сюда. Давайте испытаем эту концепцию. Да, у нас еще поболит животик от такого. Но технически эта зараза не должна попасть за нами. То есть дверь закроется и все готово. Мы защищены, мы в безопасности. Учитывая, что это сзади с погоней. Ага. Привет, потусторонняя заразина. Ты будешь нашим экспериментом сегодня. Нет. Я не помру сегодня, даже не думай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Необычно. Ладно, зато мы знаем, куда она поворачивает, куда движется. Хорошо, это... Реально, это помогает. А вообще можно просто, наверное, не юлить, а напрямую попробовать открыть эту дверь. Сейчас просто на. Эй, почему не открыла? Или я открыл, или я открыл что-то. Но я знаю только одно. Нам главное сейчас открыть эту дверь, когда она автоматически сохранится у нас. Мы через нее только пройдем. То есть будет сохранение. Знаете, даже как-то стало такой, не знаю, своеобразной экспериментальной границей, что ли. Я не успел. Давай, режь меня, режь. То есть мне смотреть нужно как? Успи. Да, кушать ассистент. Так вот, на чем же я? А, да. Не ада, а имеется в виду, смотрите. Нам нужно успеть каким-то макаром пробежать весь этот маршрут. Открыть люк и быстро нырнуть. Но я не знаю, в какой именно люк. Реально. Технически, скорее всего, речь идет вот об этой двери, но она изломана. Значит, не сюда. И не сюда никуда. Здесь тоже ничего такого нету. Чтобы можно было что-то использовать. Здесь не прорвешься, не обойдешь, не покружишь, не поюлишь. Только вот в этой секции можно это сделать. Но нужно открыть дверь сразу же. И это проблема. Уф, знаете, в любой нормальной ситуации я бы уже сейчас, наверное, паниковал бы как лютый чач. Учитывая, что я тут уже сколько раз... Вообще, я сбился, я как-то перестал считать, сколько раз тут помирает. Отлично. Значит, хорошо. Я чувствую себя спокойно. Привет, коллеги. Устроим кросс с вами.
Эй, ассистент, это не по правилам. Ой, глотнем чаечку. Вообще, кстати, с другой стороны, они очень любезные, что не выходит сейчас. Хотя уже давно должны были проникнуть сюда. Вообще, Тесла, знаете, надо было ему все-таки оставить мне хотя бы хоть немного. Хоть немного, но все-таки средств обороны. Какая дверь? Хватит мне показывать. Я почти успел. Еще 5-7 десятков смертей, и мы проберемся. Технически. Гипотетически. Не уверен, но думаю, 5-7 десятков смертей минимум. Ты почему встала? Оно меня окружило. А, вот как она меня погнала. Она пошла с другой стороны. Смотрите. Эта зараза пошла по этому пути. Там. И это логично. Нажав бы я тут, дверь открылась бы и все. Более ничего бы не было бы. А наверх? А, нет. Ох, ладно, давайте еще раз. Знаете, это как рутинная работа стала. Вот видите, вот. Просто надо нащупать край. Давай, Рузи. Я же успел нажать. Это уже издевательство. Я успел нажать. Ну, ладно. Тут дело в тонкости. Я должен признать, что игра довольно специфически относится к своим игрокам. Тут как бы уже на спидран надо. А я не спидранер. Или, подождите, или вот эти, может, ворота открываются? Точно! Тут же две пары ворот. Это и вот это. Скорее всего, открылась не вот та, а вот это. Я подтянул и мог бы сюда забежать сразу. Точно. Давайте сменим тактику. Я же не обратил вот на эту пару ворот внимания. Давайте тогда попробуем такой вариант. Технически он может сработать. Технически, не уверен. Ну, как говорится, мы тут бессмертны, можем экспериментировать. Глядишь, на седьмой день научимся перестать чувствовать боль. В нашем шоу. Давай, Рузи. Давай, открывай! Я нажал на кнопку, я успел нажать. В общем, мне нужно понять, какие двери открываются. Я что-то не догоняю, видимо, уже. Ну, с другой стороны, у нашей героини сколько засосов было от этих зараз. С другой стороны, почему они нас жрут? Их задача ликвидировать аномалии во времени. Разве нет? Как я понимаю, да. Есть! Я успел? А, успел, конечно же. Мы успели. Мы живы? Ура!
Получилось. Я думал, помрем 5-10 раз десяток. Повезло. Реально, нам повезло. Чистое везение. Это чистое везение. Тут очень сложно они что-то сделали. Реально. И учитывая, что за мной сейчас будут гнаться эти заразы, я, наверное, пока не буду качество улучшать. Слушай, походу у меня сейчас, наверное, будет сильные вибрации в микрофоне, извиняюсь. Просто голосок сейчас громкий стал. Ну, такое вот самочувствие у меня. Если сейчас от кого-нибудь опять будем бегать. Так, там от того, значит, здесь от Людвига, что ли? Лютик. Пропеките через лабораторию, доберитесь до бонорельсовой станции. Пробежать. Ну, ладно. Almost there. Молчи! Just up ahead. Молчи! Зачем ты так говоришь? О! Записка выжившего. Продолжайте. Я вернул питание на систему на рельсов. Нарушьте карантин. Ой, вот сейчас говорю. Сейчас будет жесть. Я побегу вот за этим человечком. Мне как-то спокойнее от его имени. Made it out. Good on you, people from the past. Ага. Удалось выбраться, да только померли, скорее всего. Записка выжившего. Потяните рукоятку для вызова вагона. Эвакуируйтесь. Брехня. Это все брехня. Все зарядное устройство. И... Там никого нету? Ага. Сейчас кто-нибудь да выйдет. А, ну кто-то сидит. Говорю, кто-то сидит. Поехали отсюда. Ладно, мы добрались, мы выбрались. Куда дальше? Эй, почему туда? Мне это не нравится. Ну ладно, с другой стороны, мы эвакуировались. Достижение The Flowers of Persephone. Цветы Персефоны. Неплохо. Мы выбрались в течение часа, поубивав Роуз. Сколько раз? Я уже сбился со счета. Реально. Да, я сейчас какой-то, так, знаете, такой спокойненький. Но если честно, ребят, вот проблемы Роуз ни черта подобного не стоят с тем, как продлить себе отпуск после больничного. Ну, благо мы с отделом кадров и с руководителем разрешили ситуацию. Реально. Вот просто тут чисто бюрократия, тут нет ничьей вины, тут чисто бюрократическая зараза. Ну и, карантинная зараза, это тоже повлияло. Ох. Вот поверьте, с одной стороны, бюрократия — это великолепная штука. Но с другой стороны, это тут еще кошмар. Будь Аресса, будет потом. Ну да, а вы что хотели? Думали, я еще раз главу буду? Я, конечно, не проще сейчас встретиться с Николой, но сделал бы это чуть попозже. Чтобы у нас не было никаких проблем. Ну а пока пусть... Вот сейчас все это дело будет монтироваться, все это будет загружаться, я сделаю заставочку, все будет прекрасно.
Тем более у нас с вами... Я даже не знаю, как назвать сегодняшнее прохождение. С одной стороны, у нас есть шикарный сад, но с другой стороны, у нас пожирала постоянная иммунная система. Ну, буду определяться. Не знаю, как даже назову сегодняшнее видео. Но, ребят, извините, что сегодня так уж... Сегодня будет, наверное, только одно видео. Я, наверное, постараюсь сейчас еще смонтировать второе. Может, еще успею к сегодняшнему к полуночи, до полуночи. Ну, не знаю. О, ребят, извиняюсь. Привыкаем. Буду сейчас привыкать к смену графика, режимов. И постараюсь пораньше выпускать новые видео. Постараюсь. То есть, ну, надо уже это делать, потому что, извините, после больничного какой-то отвык от этого дела. Надо... улучшаться, надо саморазвиваться и наращиваться в этом направлении, чтобы наш канал имел постоянный поток хороших прохождений. Что ж, ребят, ну а пока что, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение, и если да, лайк, комментарий, подписочка на канал, а также подписка в группе Discord и ВКонтакте, ссылочки найдите в описании. Спасибо всем, кто нас смотрит, ребят, спасибо за ваши комментарии, реально. Мне очень приятно читать все ваши комментарии. Жалко, конечно, что их не так много, но если выходят, то я их озвучиваю, не переживайте. Что ж, спасибо всем, ребят, еще раз. Желаю всем удачи, будьте здоровы, берегите себя. И если вдруг возникнут у вас вопросы по поводу того, как продлить отпуск, если вы болели в период карантина, болели, просто обращайтесь прямо в Discord или в ВКонтакте, подскажу. Ладно, через это я уже теперь прошел. Что ж, желаю всем удачи, будьте здоровы и берегите себя. Увидимся на борту Гелиоса очень скоро. Ближайших следующих прохождений. Всем до скорой встречи, и с вами был Альберт Вескер, глава Unworld Incorporated. Пока-пока-пока, еще увидимся!